Привет, мои сладкие принцы, хорошие секретки. Сегодня с вами снова я, Тигр. Знаете, сегодня у нас такое небольшое информационное видео, потому что у меня для вас есть новости. И новости у меня для вас хорошие. Мы с Александром Борисовым с канала «Свой взгляд» создали паблик под названием «Свой взгляд». В этом паблике мы собираем всех ребят, которые просто хотят стать чуточку известнее или сделать что-то интересное, поучаствовать в разных проектах, продвинуть свои каналы или же просто найти новых друзей. Вот. А мы там будем публиковать самые разные новости о блогерах с ограниченными возможностями и о других блогерах, которые нам интересны и которые вообще могут интересно быть нашим зрителям. Затем мы будем реанимировать канал «Свой взгляд», и там я тоже буду, там будем вести трансляции на самые разные темы, мы будем приглашать гостей, мы будем делать разные соцопросы, мы будем просто общаться, не знаю, все что угодно делать, это будет мега интересно, и мы всех вас приглашаем к нам в паблик «Свой взгляд», ссылочки я оставлю внизу. Приглашаю просто каждого из вас. Что самое интересное, то что каждый из вас может предлагать нам в паблик свои новости. То есть, может быть, вы хотите продвинуть свое новое видео, которое у вас вышло, или рассказать какую-то историю, или оставить отзыв на фильм, или книжку, или там игру, не знаю, все что угодно. Все, чем вы хотите поделиться. То есть, мы ищем людей, которые готовы работать и готовы работать вместе в команде. Также нам нужны несколько ребят для продвижения группы. Нам нужен человек, который будет заниматься именно версткой статей, который будет заниматься поиском статей и который будет готов находиться много времени онлайн для того, чтобы помогать продвижению и разработке группы. Вот. Если вас заинтересовало, то можете писать в комментариях за подробностями, я вам все расскажу, если у вас есть какие-то вопросы. Вот, а так ссылки я оставлю под видео. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч!